Так, ну смотри, ты у себя в центре находишься. И все, ну, все эмоции, все вот эту жизненную ситуацию ты все время стягиваешь на себя. То есть какая ты есть. И ты пытаешься подпитаться от разных источников энергии, не от себя. Все время у тебя где-то источник энергии, где-то находится сбоку. А дом ты свой вообще-то двинул, то есть у тебя дома как такового нет. То, что у тебя есть, ты его хочешь прям вообще далеко и надолго туда задвинуть. Вот. И в твоей жизни очень много путей, которые ты видишь, но между ними все время пустота. То есть они не переходят из одного в другой. То есть у тебя нет такого, что если ты чем-то, вот сейчас в твоей жизни нет такого, что если ты чем-то начала заниматься, то из одного может выйти такая, раз начала заниматься, там, не знаю, там, шить, потом увидела там, о, я могу еще моделировать, я могу еще вот это. У тебя больше вот как бы вот такое, если шить, то шить. И если моделировать, то мне нужно шить, закончить, начать моделировать. Вот. Это не обязательно так. Но сейчас вот ты на этом пути, и тебе можно вот это вот что-то поменять. И на сегодняшний день ты все равно чувствуешь, во-первых, подпитку со своего рода. То есть ты вроде бы хочешь от мамы, от этих, но ты чувствуешь, что как бы вот эта вот нужность. И у тебя все равно есть какие-то страхи. И если ты, у тебя один из путей, которым ты можешь пойти, он прям очень яркий, фееричный. Ты можешь пойти еще им. И придешь, ты все равно приведет тебя, у тебя будет, скорее всего, какая-то мужская энергия, не факт, что это будет твой муж или еще кто-то, но она прям будет та энергия, которая будет тебя выдвигать вверх, то есть не поддерживать снизу, не оберегать со всех сторон, а именно та, за которой ты, может быть, будет тот мужчина, за которым ты будешь тянуться. Может, сейчас в твоей жизни. Мы всех успеем, не переживайте. Ну, ты себя вообще в колючую проволоку загребла. Прям. А ты не поймешь. Это все равно. У тебя внутри очень много того, что ты можешь отдать. Но ты сейчас воспринимаешь себя как мужчина. Ты сейчас и, скорее всего, и в семье еще ты на себя взяла мужскую роль. Ты прям мужчина. Ты такая вот двигатель, прешь, вот что-то такое вот у тебя. Очень много в тебе мужских энергий. И себя ты окружила мужской, не мужчинами, а мужской энергией. У тебя прям все идет на основе, не на основе женственности. В твоем мире сейчас женственность практически отсутствует. То есть ты, может быть, ее как социальную программу выдвигаешь, как бы, ну я же девочка, значит, там сережечки, ну я же там девочка, значит, платьишки, там, ну я же это, значит, вот это. Но у тебя этого вот в жизни нет, то есть вот этой легкости, вот этой игривости на сегодняшний день, и ее нет, вот этой женственности. Энергию ты, в принципе, вот как, где бы ты могла ее получать, ты ее вообще это двинула. То есть у тебя энергия как таковой, вот я говорю, ты вот очень уставшая. Вот ты как будто там вот ее туда далеко куда-то поставила, ты знаешь, где она есть. Но тебе, чтобы до нее дойти, ты вот идешь, раз, пришла домой. А домой уже пришла, вроде как никуда идти нет. У тебя вот такая вот сейчас. Ну, усталость. Прям она усталость. И если ты распутаешь весь этот клубок, из чего начать нужно, ты вот на себе прям четко обозначила, с чего начать. Это принять свою прям вот мягкость, женственность, легкость. Легкость самой себя.